благодаря Роуту, благодаря Сереже, благодаря вам, для меня это стало не просто какими-то понятиями относительными, это стало частью моей жизни. Ну и, в общем-то, несколько лет назад... несколько лет назад, я думаю, что это было 4 года назад, нет, наверное, 3 года назад, а это у нас 4-й день благодарения. Мы с Сережей подумали, что мы должны в Day for Givers, да, должны сказать спасибо тем людям, которые делают Road 66 именно тем незабываемым, непередаваемым местом, которое приятно для нас, для всех тех людей, которые ходят. Вот, в общем-то, мы започаткували эту традицию, и, в общем-то, можно сказать, что это даже какой-то стал своеобразный профессиональный день для музыкантов, музыкального сообщества Киева. И мы благодарим вас всех за то, что вы вкладываете душу в то, что вы делаете. Невероятное, глубочайшее спасибо от Road 66, от меня, от моих партнеров, от Сережи, вам за то, что вы делаете. Спасибо, ребята. Спасибо еще раз всем за душу, за здоровье, за яйца, которые вы вкладываете здесь. Спасибо, друзья. А у кого их нет? И у кого их нет тоже. Есть, есть!